Добрый вечер, мои родные. Сегодня будем с вами выпекать наши отбивные. Вот так мы их замариновали. Они у нас простояли всю ночь в холодильничке. Я видео оставлю под этим, как мы их мариновали. И что мы делаем? У меня вот такой большой противень на духовку. Квадратный. Я беру два вот таких вот кулечка, два рукава. Это для запекания. И что мы делаем? Берем вот так наше мясо. Его ложим в рукав. Thank you.